Всем привет! Вы на канале Алегрия, с вами Ольга, и я нахожусь в центре Мадрида, рядом с метро Бильбао, и сегодня покажу классную квартиру в районе Маласанья. Три спальни, три санузла, полностью отремонтированная. Квартира находится на третьем этаже, и в здании есть лифт. Пойдемте скорее смотреть! У нас находится домофон с видеонаблюдением. Далее по левую руку технические помещения, зона прачечной. Далее световые счетчики и место для хранения различных вещей. Далее переходим на кухню. Она здесь большая, просторная, американского типа, островок. Мне всегда нравятся такие виды кухонь. Надо отметить, что все поверхности принадлежат компании Аскали, значит, хорошее качество. Вся техника встроенная, холодильник, различные бытовые приспособления. Хочу обратить внимание на ламинат, он дубовый, 8 миллиметров, компании Финса. Мы сейчас находимся в зоне гостиной, она разделена на две части, обеденную зону на 6 человек. Здесь есть кондиционер на холод и тепло, газовое отопление в Мадриде всегда актуально. Далее два французских балкончика с видом на улицу, это значит, что в комнате будет всегда светло. Ну и зона отдыха, все выполнено в светлых, приятных тонах, классный ремонт и освещение LED, а это значит экономия энергии. Теперь хочу показать вам спальню. Пойдем. Находится первый санузел со своей душевой, далее первая спальня с односпальной кроватью, встроенным шкафом, подсветкой, кондиционером и отоплением. Вторую спальню мы находим вот такой вот встроенный шкаф, дополнительное пространство для хранения, всегда актуально. И теперь заходим во вторую спальню. При входе также есть встроенный шкаф с подсветкой, большая двуспальная кровать, собственный санузел с душевой, кондиционер и газовое отопление. Ну и, наконец, третья спальня. Находится туалетный столик, большая двуспальная кровать, кондиционер, также газовое отопление. И далее идем в зону гардеробной, она здесь просто огромная, с подсветкой, большим количеством ящиков для хранения, что очень удобно. И собственная ванная комната со своей душевой. Этой квартиры 108 квадратных метров, цена 1 039 000, и здорово, что она находится в самом центре, вокруг огромное количество баров, ресторанов и дизайнерских магазинчиков. Если вы хотите посмотреть данную квартиру, пишите нам. Ну а с вами была Ольга и компания Алегрия. Мы строим вашу мечту.